Продолжаем. Сейчас тут будет еще более серьезный бой. Тут... Еще более серьезный бой. Куда более серьезный, чем вот эти два пацана? Я с ними тут не знаю, сколько калорий потерял из-за нервов. Так, а, тут на капслок ходите. Надо будет эту хрень убрать, потому что я почему-то инстинктивно, мизинцем, почему-то всегда жму капслок. Не знаю почему. О, какой-какой-какой? Орочий лист. Собирай это, просто потом можно будет... Серфи... А можно травником быть там? Да, да, да. Бодяжить коноплю там? Да, можно. В промышленных масштабах. Можно. Кстати, мне кажется, надо немного что-то съесть, вот этой голубики, она там чуть-чуть хп восстанавливает, голубик, да, отлично. Это голубика, по-моему, восстанавливает еще ману, если я не ошибаюсь. Тут это не написано. Но у меня сейчас ее нет. Не, ну у тебя есть, просто она у тебя полная. А, отлично. Ну, как ты видишь, листочки очень интересные, как в старых играх, особенно вот... Листочки, в смысле, на деревьях? Да, да, да. Ну, да, тут одна текстура или две максимум, и все. Вот, ну какие-то пацаны... А, это те же самые... Не, я к ним не пойду, слушай. Не, потом, а тут, потом пойдешь. А тут карта, карта есть? Да, есть. Все в старых, традициях. Как ее открыть? Нет, статус не, нет, ты ее должен получить вначале. У тебя... А-а-а! Я текущие же... миссии. А у меня нет вообще миссий, не проваленных, ничего нет у меня. Потому что ты миссии еще не получал, сейчас тебе просто добраться надо. О, тут какие-то пацаны стоят. По базаре с ним. Я тут голубику пока пособираю, кстати, потому что... Есть. Кстати, она почему-то на полу валяется. Ну. Дракс и... Да. Дракс, ну ты понял, наркоманка. Прямо за нами начинаются охотничьи угодья. Ну окей. А на кого вы здесь охотитесь, голубки? Ну, сейчас он тебе расскажет. На падальщиков. Мы добываем дичь. К тому же их не так уж сложно убивать. Ну, не знаю. Знать, как. Сложно убивать. У меня проблемы возникли. Так это еще лю... это были еще молодняки. Он в этом гораздо лучше разбирается. Черт. Почему это место настолько опасно? Почему эти места? Потому что. Ты только что прибыл, потом да? их убьешь. Постарайся побольше убить шаг таит какую-то зверей на до второй главы. Лагерями не так опасно. Видел, у тебя хвостик треугольничком, видел? Я вижу. Низкополигональный хвостик. Ты станешь легкой добычей. И тебе пара волков. Спастись, если у тебя нет но волки уже серьезные. Тебе от волков не спастись, если ты не разберешься в управлении. Нет, серьезно, от волков. О, там какая-то хрень начала, ну, щит опять вот этот вот, мелькает. Он просто мелькает, я же тебе говорю. Он напоминает о себе, наверное, то, что ну, здесь да, я да. есть, тебе да, не выйти да. за границы. Так, а где найти хорошее оружие, чуваки? Карту можешь там спросить. Ну, новая запись в дневнике. У торговцев в лагерях. Слушай, все в лучших традициях старых игр. Ну да, у торговцев в лагерях. У торговцев логично. Ну да. Тут полезно разговаривать, потому что получаешь мини-квесты. Ну понятно. Он один из нас. У него ты сможешь купить хороший товар. Я вот интересно, не знаю, тут есть это тут с дополнениями или без? Если с дополнениями... Во-во-во-во, где я могу раздобыть карту? Ну-ка, ну-ка. Спроси вот именно. Я тебе потом подскажу, где. Старый лагерь. Он за твоей спиной может, стоит. Может, у тебя получится выудить у него какую-нибудь карту? А может, у него будет карта и для меня? Не, карта будет только для меня. Если эти... Подожди, зачем эти карты? Разве он не продает их? Ну, это ж воры, не забывай. А, это воры передо мной? Ну, грубо говоря, разве да. Разве он не продает их? Ладно. За нее придется отдать не так уж мало руды. Руды? А деньги-то мне? Ладно, короче, благодарю за помощь. Спасибо за помощь. Только не то надо говорить, типа. Здесь все будут я сколько тебе. Смогу, столько это еще не такие. О, типа наш пацан. Но я сказал тебе, идите в задницу, сами ищите. Тут же монетки ничего не решают. Монетки ты просто потом сможешь обменять на руду. Тут решает все руда. Тут же нету валюты. Как в Fallout крышечки. А, я понял. Ну да, там в Fallout деньги есть, но деньги абсолютно ничего не стоят. А, тут, за них... тут еще диалоги возникают, такие красненькие, раньше такого не было. Ну да, когда ты рядом с ними. И слышно, да, слышно? Ну да. А, просто раньше было просто звуки, типа, ну там базарят о чем-то все такое, не иди, ну, пацаны. Тут, наверное, что-то подправили, так, там... Пацанам а где иди. Там... А, город он там, вот я вижу. Потрошим ну, тебе, потом... Но по пути надо замочить какую-то сволочь. Это можешь замочить, да. Показать свой скилл. Можешь... Ну-ка. Просто звук ног влетел, а ну-ка. Ой, а ошибочка. О, ля там сбоку. Нет, ошибка. Молодых можешь свободно. Молодых. Тихо, у меня тут опыт. Хорошо. Звуки их не. Да. Молодых падальщиков ты легко разберешь, а вот этих здоровых... Да, все, я уже проскиллованный боец, меч есть, сабля наготове. Осталось только искать цели. Там еще какие-то пацаны, тут еще какие-то... Не, ладно, пошли с пацанами поговорим. О, халявный падальщик.
Спасибо. Смотри, пацаны могут его добить. А, его не добили. Он уже мертвый. Я не разрешал им давать. Для меня был ценный опыт. Хотя... Не, ну это да, а это стражники какие-то. Ну, стражник у моста. Что ты хочешь мне сказать? Сейчас ты будешь слышать просто великолепную шутку, если я помню. Что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете? Стражник моста, что ты делаешь? Мост охраняем. Мост охраняем, я так и думал. Один мерзкий ползун не перебрался через реку. Там у одного из них был противный голос. Да, ну не знаю, мне кажется, тут у всех одинаковый голос. Не, ну в 1С было классное звучание. Возможно, у тебя для меня есть какой-то совет, а? У тебя есть для меня? Это адекватный стражник, тот справа неадекватный. Не броди сам по лесу. Не броди сам по лесу, ну блин. Если, конечно, не намерен перебить всех тварей, живущих там. Намерен. Перебить всех тварей. В старый лагерь. Думаю, ну, потом пойдешь перебьешь. Там будет потом такая кирку. Тварь, которую не так просто будет убить. Так, а второй что скажет? Тебе ж пошутил, типа, найдет для тебя хорошую кирку, типа, будешь батрачить. Привет, я здесь недавно. Привет, я здесь недавно. Сейчас шутка будет. Рад за тебя. Рад за тебя. И все? Ну ладно, это старый лагерь на том берегу? Там за тобой старый лагерь, да? Сейчас пошутил уже? Новый лагерь. Это новый лагерь. Да, пошутил. Шутник, блин, 90 уровня. Тут как-то многовато тварей для меня одного, если честно. Да нет, ты сейчас их не потом перебьешь, сейчас тебе рано. Ладно, я пока в город сгоняю. Да, поговори с пацанами, там опыт тоже получишь. Там будет типа принеси, подай. Все стандартно. Ну, как сказать, стандартно. Ну, в принципе, да, стандартно. Не, здесь будут довольно интересные такие, конечно, миссии. Ну, если их миссиями назвать можно. Просто, скажем так, вступай. Пока собираем голубику и бухло! Конечно, куда же мы без бухла? Тут его, кстати, сжать можно, да? Да, ты, у тебя камера... Да, если... бонус к жизни, цен... А чё так мало? 3 жизни. Ну, что ж ты хотел от бухла? И, кстати, если много... Тут голубика много всего, больше всего. А, не, серафис еще дает какой-то. Орочий лист вообще 26, обалдеть. Если лучше сейчас все не жри. Ну, не, я не буду, я жру только тогда, когда мне надо. Дорогие предметы не жри, скажем так. Бокал. Вот, бокал есть, пивко есть. Осталось только найти место, где можно это все сделать. Если много выпьешь, будет тебя шатать. Ну, камеру шатать будет. Как и в GTA, да? Потом какие-то пацаны, пойду с ними поговорю. С какими? Пока мы в город не зашли. Не, с ними пацанами сейчас они просто скажут, что мы тут кое-кого ждем. Не буду тебя спойлерить, потом узнаешь, что за пацаны. О, тут рагу из мяса жуков я у них стырю, да? Они на меня так сразу посмотрели, типа, ты что делаешь? Только в ящик не лезь. Я только взял у них мясо, они такие смотрят на меня, типа, ты что, идиот, что ли? О, а пожарить можно? Можно, мясо пожарить. Там сзади можешь еще он забрать у них ложку и... Да, заберу, продам. Деревянная ложка. О, один встал, типа, ты хочешь на меня влететь, я понял, да? Нет, ему нормально. Не, он тебе скажет, если захочет влететь, просто ты как бы его оттолкнул, он посмотрел на тебя и сел, видишь? Так, костер. Ну, готовить. Ну что у него ничего не делает? Плечами кивает. А, у тебя сковородки нет, я забыл. А, тут сковородка еще нужна. Ну, тут все так, логично. Рубакуба, чего вы тут делаете? Чем занимаешься? Что ты здесь делаешь? Оставь меня в покое. Ты кто по жизни, да? Ох, какой у него ужасный голос. Оставь меня в покое, убирайся. А, ну я... Почему ты здесь, а не в лагере? Почему ты не в лагере? Я жду одного друга из шахты. Он задолжал мне руду. Жду друга из шахты, он задолжал руду. Мне нельзя появляться в лагере. Потому что я не смогу заплатить стражникам за защиту. И тогда у меня начнутся большие неприятности. Тут прям целую иерархию под этим куполом, я так вижу, забацали. Так оно и есть, причем 3 разных племени и 3 разных... Касты, скажем так. Ну да, то есть иерархии. Нет, не касты, а иерархии, да. Так, а эти же пацаны более серьезные, чем те ребята на мосту. Ну да. Что ты мне скажешь? Серьезные парни, на самом деле. Чем ты занимаешься весь день? Что вот ты именно. Я сторожу ворота, да. Охраняю замок, отлично. Гостей, которые могут помешать Гомезу. Да, так Гомезу. Что тебе лучше не делать глупостей, когда окажешься внутри, иначе тебя больше никто туда не пропустит. Ну ок. Очень увлекательная работа, сторожить ворота. И куда о, это мы идем? Куда это? Город? От тебя ведь не будет лагерь. Неприятностей, а, парень? Только не говори, что там хочешь всех убить. Вообще-то я планировал взорвать весь лагерь. И тебя могут за это убить. Диего сказал, что я должен встретиться с ним в лагере. Не, я просто хотел осмотреться. Да не, сейчас тебя может... Ну, я не помню, кстати. Но Диего нормально, Диего нормально, пацан. Кусков руды. 10 кусков руды. У меня нет кусков руды. Но у меня не так много руды. Хорошо, сделаю исключение для тебя. Как исключение, для Но только уже лучше. Раз. Спасибо, чувак, ты лучший стражник. Потом приду, тебя зарежу, если это можно, конечно. Можно.
О, лебедка, можно мост опустить эту хрень? Я не знаю, возможно... Закрыть, закрыть ворота. Возможно, тебя могут убить за это. Сейчас я сохранюсь. Я не проверю. По-моему, сейчас, когда спрашиваю... Руки прочь. А-а-а! Он меня с одного удара убил. Ладно, я понял, загрузить игру. Я понял. Все понятно, ребят. Ну, короче, можно закрыть ворота, я так понял, и оставить их дураков там. Ну, хотя тут и так многовато, ребят. Сейчас я... Зайди внутрь, там в комнату зайди и пограбь его. Ну, ты там пробежал мимо. И, кстати, вот видишь, с правой стороны от тебя тип стоит. Там такой, руки в боки, типа, вот. Как только ты заходил... Блин. Как только ты заходил, а, справа там... О, руки... можно внутрь зайти? Да, спокойно. Но он... ему лень будет проверять, и можно их так пограбить. Сейчас, если он... Не, затом... он зашел внутрь, и он меня сейчас будет бить. Понял, а что он скажет, убирайся, тогда выходи. Ну, типа, уходи, да, тогда и потом выходи. Достал меч, и тогда ты потом... уходи, да, тогда... Да-да. Ну, пацан, это... пацан, ну руки ночью, в боке. Ночью придешь. Тут для чего шагать? Тут есть просто еще такая штука, как... Не подходи к этому типу. Ай, все. Постарайся не делать глупости. Два дня. Я случайно. Большинство тех, кто сюда попадает, бандиты и убийцы. Да, там чуваки стоят, шмалят. Ну да, это другие чуваки из другого лагеря, которые любят пошмалить. Раз лагерь? Было спокойно, ну да, так оно и есть, кстати, не дам. Посмотришь на купание. Не из лёг. Вот поэтому я предлагаю тебе поделиться по-дружески рудой в награду. Поделиться рудой? Иди задницу. Ну я ж тебе говорю, он жопошник. Почему бы... А, нет, как это, почему бы нет? Я сам о себе могу позаботиться. Это местный рэкетёр, я тебе скажу. Короче, не иди в задницу, чувак. Я буду тебе говорить, какое место избегать, так, потому может, что он будет наемника делать. Что чтобы тебе там... Это тебе спойлер такой небольшой. А, окей. Я передумал, води сиковского руды. Нет, я не передумал, иди в жопу. Будь осторожен здесь. Будь осторожен здесь, хорошо. Так, а инвентарь, а сколько у меня руды, мне надо глянуть? Две у тебя руды. Не, у меня есть рагу. У меня руды, кажется, нет. Документы разные. Не, у тебя была руда, была. Две, да-да-да, две. Скажу, они о чем-то тут базарят. Тут типа, да, тут жизнь своим чередом идет. Ну-ка, если в домик зайти? Можешь зайти, ну, если тебя не видят, ты можешь там и пограбить. Но там, скорее всего, забежит тип, скажет, убирайся. Поспать можно. Ну, Диего, может, будет жить и спать. Что это ты здесь забыл? Мне тут стражник говорит, что это ты здесь забыл? Ну, выходи, правильно. Ну, я зашел так. Ты так прогуливаешься, не спокойно. Ночью лучше всего и грабить. Ща. Не, пацан заходит. Эй, постой, что ты делаешь? Да он как-то меня слышит, я... Я тут аккуратненько захожу, он все равно слышит. Котел. О, можно пожарить? А ты потом красться будешь, понял? Ты сейчас бегаешь, ходишь, и можно потом красться. А что он делает в котле? Ну, я это просто добавили, как посидеть, как это... Вот, ну, такое, бесполезное. А, выходи оттуда, выходи. Выходи. Назад нажму. Я думал, можно там что-то приготовить. О, костер. Можно, только надо... А, сковородка нужна, да, я помню. Сковородка там внизу валяется. О, Диего, здорово, пацан, мне с тобой поговорить типа надо было. Это квестовый пацан, самый главный. Так, и что мне с ним сказать? Поговорить о чем? Что это? Можешь разузнать, что как? Сейчас, смотри, сейчас тип сзади тебя подходит, скажет, что ты здесь лазишь. Да, я тоже, он подошел и спрашивает. Я разговариваю с Диего, тебе какая разница? Но это у него запоздалая реакция, понял, ты там заходил. Очень запоздалая. Я мало что могу о нем рассказать. Сидит тернос. Я знаю только, что он не проникает. Что случится, если попробую выйти за барьер? Последний, кто попробовал, уже мертв. Этот чертов барьер легко впускает тебя внутрь, но обратного хода нет. Если ну дай послушай твой голос у Диего. Ужасный. Я его найду. Уже хочешь выбраться отсюда? Ты же только что попал сюда. Что значит других двух лагерей? А что с двумя другими лагерями? Два другие лагеря отделились от нас, чтобы найти способ сбежать из колонии. Новый лагерь находится на западе. Тамошние маги думают, что смогут подорвать барьер, как только наберут для этого достаточно руды. Есть еще секта придурков на востоке. Да, у Диего, конечно, голос непривычный. Там раньше был такой, ну... У всех персонажей свой голос, вот какой-то такой монотонный у всех одинаковый. Нейтральный какой-то, да. А там у всех озвучка 1С неприятней, поэтому... Ладно, насрать. Че ты мне скажешь? Можешь сказать о старом лагере, Диего, а? Он самый крупный и мощный из трех лагерей. Гомес и его люди контролируют лагерь, а вместе с ним и обмен рудой. Раз в месяц король присылает нам все, что мы закажем. Старик у нас в руках, ясно? Он присылает нам вино, хлеб, мясо, оружие. Все, ты тоже можешь иметь свой кусок, если присоединишься к Гомезу. Короче, у меня
полностью агитирует. Не. Пока я еще не знаю. Так. А где торгаши? На самом деле, тут не важно, в каком ты будешь лагере. Ты можешь повыполнять все квесты во всех трех лагерях. А да, потом, не, я бы а потом... по основному пошел бы уже. Не, так это, как скажи, получается... как тебе сказать? Они да, по... Чемпионский прыжок наверх! Получилось? Нет, он просто наверх прыгает. Он наркоман. У меня чувак наркоман, да? Он высоко прыгает. Ну да. Так вот как надо было забраться там, в начале. Ладно, зайдем сюда. Да ты туда не запрыгнешь. Или даже запрыгнешь, там делать нечего все равно. На этот так. Раз тебе повезло. Эй, ты! О, сковорода! Ну. Можешь прям жарить, да? Эй, ты. Так он плечами жмет. Так ты мясо, наверное, выбери, я не знаю. Или поближе подойди. Да вроде так близко. Так, еда. Мясо жука. Я вот уже не помню, если честно. А я его сожрал, черт тебя дери. Ну, никак он не хочет, он просто плечами жмет и все. Мой персонаж наркоман. Так, прыжок. Не, он что-то когда прыгает высоко, но не хочет ни за что цепляться. Ну, бывает у него такое, он стеснительный. Ой-ой-ой, я что с ним... Что происходит? Давай залазь. Паркур, все дела. Какой Dying Light? Нафиг надо, тут у нас паркур, все дела. Я хочу к торгашу, где торгаши? Не, Рудокоп точно не торгаш. Вот тут с правой стороны картежник продается, но это... О, где картежник? Ну, ты пробежал. Грэхэм. Где там пацаны курят? Да, Грэхэм. По-моему, это он. Привет! Привет! Голос у него правда, да? Я рисую карты. Ну так, я тебя обычный. Видел. Тут, кстати, как вариант, можешь его избить внутри, чтобы никто не видел. Ну, можешь сохраниться перед этим и забрать. Я хочу купить карту. Я хочу. Сейчас он тебе там заломит цену такую. Конечно. Какая тебе нужна? Там скажи, что я друг, там проливали. Чем больше на ней изображено, тем дороже она стоит. Чем больше на ней изображено, тем больше. Карта колонии. Набросок какой-то женщины. Карта пути к старой шахте. Ну и сколько они стоят? Ох, нихрена себе, 40-30. Картинка женщины 60. Так, в том-то... Да, вода. 3. Там есть такое, что там типа сказал, что ты мне дашь бесплатную карту. Что-то такое. Он тебе скажет, это для моих друзей. Есть там такой диалог? Не, нету, я только хочу купить карту у него. Ладно. Я в прошлый раз его избил и забрал карту. Тут если где ты... Где торгаш? Кроме этого Грэхэма. О, какой-то пацан. Ко мне так подкатывает, типа, тебя эй, пацан. Ты ведь новенький, не так ли? Я вот у него голос как у латентного. Сейчас послушаем. Так, предлагает новеньким работу. Какая работа есть? Ты давай. Ты можешь предложить мне работу? Какую? Пропал один из стражников, Нек. Возможно, он ушел в новый лагерь. Ты новенький здесь, не вызываешь подозрений? Походи по окрестностям. Бери работу, нормально. Наблюдай. А найдешь его? Да. Так я замолвлю словечко за тебя в лагере. Окей. Все бери работы, тут ничего такого. Хорошо, я постараюсь его найти. Расспроси о нем Флетчера. После исчезновения Нека он контролирует его район. Флетчер, блин, столько имен, капец. Возле арены. Ну, да. Возле арены. Я знаю, где у вас тут арена. Я первый раз в этом городе. Возле арены найдешь его. Спасибо. Не беги сейчас далеко по правой стороне, потому что, по-моему, сейчас ты уже получишь люлей, учитывая, что сейчас 3-секундная задержка. Нет, ты развернулся, да, правильно? Да-да. Я не хочу пока люлей получать, хоть у меня есть мяч. Чуть попозже. Убери оружие. Убери оружие. Убери оружие, все такие кричат. Ну да, убери. Бери оружие, значит, и там они обычно говорят, ну ты сам напросился. Начинают тебя... Пацаны, где у вас торгаш? Ну беги, тут есть торгаши. Тут есть этот кузнец, можешь там... Ну тут стражники. А чё ты, я смотрю, хочешь помародёрствовать, ночью мародёрствовать? Не, я просто пытаюсь найти торговца. А они на улице все. А, на улице? Так, рудокоп, призрак. Призрак это типа приближённый... Я не знаю, где. Приближению. А, приближению. Ну, охранник. Своего рода охранник. А, идите в жопу. Я не могу просто походить по домам, посмотреть, что там внутри, какой интерьер. Проваливай. Козлы. Ну тогда ну в жопу, я на лавочке посижу. Нет, ты нашел лавочку. А! Какой чемпион! А. Ладно. Еле си. Еле-еле там на руку облокотился, че на ногу там, да. Еле-еле. Если видишь, у него их руки у всех как в старых куколках. Туда просто меч вставляется. По частям. Не, в смысле, они все в кулачках. Так, какой-то снав
какой-то рудокоп. С поваром можешь поговорить, он нормальный парень. Предложит тебе работу, соглашайся. Ну поговоришь ты с ним, идиот. А, он должен доковырять своей лопатой и... А вот там дальше, что типа, лучше с ним не разговаривай пока что. Получи на один предмет. Я еду дал, видишь, он добрый мужик. Хочешь попробовать тушеный рис? Вот возьми и сам убедись, как это вкусно. Спасибо. Хорошо. Его голос послушаю, там такой раньше был. Ужасный голос. Раньше был такой грубый, такой... Что я могу для тебя сделать? Думаю, ты любишь вкусно поесть. Я придумал новое блюдо. Рагу из мясных жуков а-ля СНЭФ с рисом и грибами. Я дам тебе столько рагу, сколько захочешь. Но для его приготовления мне нужно 3 жука и немного грибов. 3 жука и 5 грибов? Достаточно. Да, там, короче, на свалке их найдешь. На свалке? Да. Тогда постарайся достать ненужные ингредиенты. Ну, грибочки насобираешь там. Тот, кого я в последний раз отправлял за ним, по пути. Так и не вернулся. Наверное, ушел в новый лагерь. Где найти местных жуков? Ты знаешь, где найти жуков? Там, где тут недалеко, мусора. Очень близко. Там, где много мусора. Лагере, да, там так, так и выйдешь. Только сражаться лучше с ним не мечом, потому что будут говорить, убери оружие. Ну да, понятно. Старым дедовским методом, кулаками. Из них получается отличная рагу. Кия! Вперед ногой. Так, а где грибы? Где мне найти адские грибы? Когда ты выйдешь через южные ворота, там, где разрушенная башня, ты сразу увидишь поля, через южные ворота. Они растут. У меня даже компаса нет, откуда я знаю, где ты здесь? Ну тут очень маленький лагерь, ты потом будешь ориентироваться в нем очень легко. А как звали пацана, которого ты посылал? Того, кого ты посылал за... Я послал за грибами, видимо, чувак слишком много грибов набрал. Думаю, он уже сидит где-нибудь в новом лагере. А, ему не нравилось здесь? Тогда ладно. Но он так и не вернулся. Я послал его за грибами, он так не вернулся. Ну понятно. Надо было его за жуками хотя бы послать, а не за грибами. Так, говоришь убрать оружие. Так, где у нас тут? Блин, тут очень неудобный инвентарь. Ну, блин, какой был? Ой, нафиг ты выкинул меч, дурак, подбери его. Я хотел просто убрать. И звук еще такой, когда падает оружие. О-о-о, Флетчер, надо мне с тобой поговорить надо было. Эй, ты! Если хочешь заплатить за защиту, вот возле арены, как ты говоришь. Да? Это почему? Потому что меня здесь нет. Тебя здесь нет? Но я ж тебя вижу. А, он типа выходной. Тогда почему я с тобой разговариваю? Почему я, по-твоему, с тобой здесь разговариваю? Потому что Нек пропал, а он ответственен за этот район. Торус приказал мне стоять на страже. Ну да, типа... Он не объявится. Чё это за херня? А где Нек? Ты знаешь, где сейчас может быть Нек? Нет. Да и где узнать можно, не знаю. Так или иначе... Очень информативный пацан, я не знаю, иди гуляй. Да только со стражником они говорить не будут. Тем более сейчас. Они знают, как я ненавижу свою работу. Короче, со стражником говорить он такого не будут, поэтому пойду я понял. Давай, я понял. Почему бы тебе в отместку не собрать с них еще денег? Так почему бы тебе просто не забрать у них еще руду за защиту? Нек собрал плату перед тем, как пропал. Так что сейчас с них... Ты можешь у тебя за пацанов запланить, типа, вот я собрал. Нет, я не хочу. Я пойду соберу лучше. Так, а где там жуки были? Недалеко, ты правильно идешь. Блин, потому что ты говорил, туда идти не надо, направо или куда? Ну, тут там по кругу. О, сковородка. Ну давай, готовь, дурак. Козёл, да не прыгай. А поди с другой стороны, где ручка. Вот я не помню, там он, по-моему, должен спокойно себе готовить. Ща. О, да, там где ручка, ё-моё. Ладно, ещё думал. Он просто жарит. Еще надо вперед зажимать. Ну ты одно мясо пожарил, вперед-назад, меняешь кусочки мяса. Когда пожарит, он тебе скажет, все пожарено. Ну ты не можешь очень быстро это делать на самом деле. Вперед-назад. Так, оно еще не пожарено. Не, он скажет, или я могу спалить мясо нахрен? Симулятор повара, блин. Нет, по-моему, спалить не можешь. Просто быстро вперед-назад убираю, он сразу жарится. Анимация можешь. Да. Ну типа. А, да, он сразу пожарил, типа. Значит, за... Еда! Где она тут? Жареное мясо, да, по 15 дают теперь, а не по 3. О, разница. Рагу из мяса жуков 9, тоже неплохо. Пивко, рисовый шнапс. Ну, шнапс мы потом попробуем. Так, о, тут дубильня есть. Рагу из мяса жуков.
Его здесь не было, я не видел никакого рагу. Гриль, все же так к полу не приколочено. Так, а где там мусор? Да, если не видят, ты можешь свободно все брать. Если кто-то видит или кто-то там... Блин, прям как в Скайриме. Чуваку на голову одел корзинку и просто ходи гуляй. О, кузнец. Вот здесь подсказка тебе. Тут можно неприличные бабосы заработать вначале. Так, хуна. Похоже, ты хорошо знаешь свое дело. А у тебя неплохо получается, как я вижу. Да уж, недовольных я еще не встречал. Я его ограбил просто. И найдутся, им же хуже. Самый добрый человек в этом лагере. Оставаться без оружия, а ковать хорошие мечи. Вначале, когда я играл, я никого не грабил. Я считал, что это подло. А когда прошел уже один раз, я знал. Мне как-то пофиг, мне главное пройти эту игру. Так, сколько времени уходит на изготовление одного меча? Много времени уходит на один меч. Можешь просто взять у нее заготовки, за одну цену сделать меч и продать его уже за более цену и получить выгоду. Прибыль. Вот так вот. Барыгой. Да. Приходится ждать дольше всех. Ну какой у него голос? Грубый вы как кузнеца или как у девочки? Да, грубый. Ну слава богу, хоть меч он заплатил мне 150 кусков руды. Ему подавай не простой меч, а с завитушками и прочими бабьими штучками. С завитушками, а меч с бабьими штучками? Эй, мне кажется, ты меня не слушаешь. Конечно, слушаю. Так. А что, поработать можно в кузне, да? Типа, созвать мечи, все дела. Ну да. Давай я хочу поработать, да, допустим. Поработать у тебя в кузнице. Так, во второй части, конечно, там будет более продивно, но и тут неплохо. С первого раза у тебя все равно не получится выковать хороший клинок. Ну, дай хоть попробовать. С первого раза не получится клинок. Подержи ее над огнем. Возьми заготовку и подержи над огнем. Отлично. Положи как мясо приготовить. Нет, ты держишь, потом ее обстукиваешь, потом его нужно закалить, охлаждаешь в воде, а потом вытащиваешь. Вот так бы с Кариме было. Охлажденный клинок нужно будет заточить. Ты можешь заточить его потом. Ну нет, да, потом ты можешь сразу несколько мечей делать. Но сейчас я не помню, как он тебе скажет, купи у меня заготовки. Можешь купить. Или что-то такое. Да, можешь купить заготовки. Мне нужны инструменты. Я хочу купить у тебя заготовки. Сколько? Молот. Какой молот? Клинок. Ценность 80-40. Черт возьми, у меня две. Всего лишь чертовых две. Чему про... О, монетки можно ему продать? Нет, монетки ты там только одному типу сможешь коллекционеру продать. Факел ценность 2, но мне все равно 3 факела. Можешь ему парочку продать? Да, нет смысла, они бесконечные, то есть это тебе не... Стоп. Не-не-не-не-не-не-не, я хочу продать, я то есть хочу, инструменты мне нужны. Заготовки. Так, секунду, надо... Блин, я же забыл, это надо... И в старых играх не забывай, надо положить на чашу весов и его товар, и свой товар. Да, может быть, я ему просто сейчас парю, и он мне так отдаст денег, ну, своих, типа. Сгоревший факел, он вообще ничего не стоит. Нет, так ты просто ему отдашь факел. Ну или он ничего не произойдет. Нет, в смысле, я ему не могу продавать вещи. Ну смотри, ты должен на другую сторону положить либо руду, либо заготовки. Не, я не хочу у него что-то купить, я хочу ему продать. Просто продать. Получите руду. Ну, по-моему, у него руда есть. Куда я знаю? Ну, по-моему, я не вижу, чтобы у него была руда. В инвентаре у него нет руды. Ну, а должна быть. Давай попробуем факел один продать. У тебя не появится руда. Принять. Сейчас посмотрим. Чисто ради эксперимента. Да, не появилось. Факел мы ему отдали. Ну я же говорю, ты ему просто... Ах ты хитрая сволочь! Отдай мой факел, да? Так, потом. Поработаем, я хочу жуков валить. Где они там? Ну, получается, деду... По над стенкой, чувак сказал по над стенкой. Правильно, вот сейчас направо повернешь и все. Тут весь немножко задний ход развалился. Немножко. Ну, ты видишь, там мусорник такой, раздолбанная хата. Где-то здесь, да. Да, я уже слышу, они там пищат. Я раньше помню, вот этот с лестницы постоянно падал и разбивался. Ну, не насмерть, но хп. О, сундук. Так, надо подойти еще с нужной стороны. Блин, реально хардкорные старые игры. Пустой сундук, отлично. Там вот под башней есть, по-моему, сундук, и там что-то есть. Там можно жить. Да иди твою, закрой. Назад просто нажимай и все. Да. Тут сложное довольно управление. На самом деле можешь просто нажать атаку, и он сразу выскочит с этого сундука. Под башню залезь, там, по-моему, сундучок лежит. Да, я тут залажу. Да, сундучок есть. Да блин! Не тупи. Так, сундук открыть. Я сказал открыть. Нажал, не потом понял. Вперед и вверх. Ну, еще вперед. Раз вперед. Два раза, по-моему. Ну, вперед. Отмычка! Открытый. Сейчас, подожди, я не помню под башней какой там код.
А, в смысле, там надо было направо-налево? А, ладно, все равно отмычка сдохла, как бы... Загружаться я не буду слишком далеко. Кстати, надо сохраниться, по твоим советам. Там, по-моему, у тебя несколько отмычек было, так что можешь попробовать еще раз. Давай сейчас попробуем. Не, у меня больше он плечами жмет, говорит, ничего нельзя делать. Блин, ну ладно. Потом купишь хотя бы две отмычки. Оружие? Не-не-не, у меня нет отмычек. У меня была одна, которую я то нашел, и все. И сломал. Быстро, да. Так, тут что-то еще полутать можно. А башня была такая. Вправо, влево, влево. То есть всего лишь... просто какие-то пацаны, где жуки? Ты правильно где-то... Не, назад. Ты там правильно, правильно бежал. Не там, где пацаны. Там полосенкой, так я так полосенкой бегал. Ты где сундук вот этот пустой открыл? Вот а, вижу. А ну-ка, боевая стойка. Ну, боевая стойка, сказал. Сейчас будет бой века. Эть! О, попал. А ну-ка. Не попал? Да на какой ногами? Рукой давай. На, наркоман! Давай. Да не ногами, ногами что не попадаешь по ним, ты что не видишь? Дурак. Самые опасные враги. Есть! Еще один. И ровно три лежит. Да попадишь ты по нему, калич. Давай ногами, как-нибудь. Руками действительно по ним сложно попасть, там проще всего. Не, руками проще по ним попасть, ногами вообще не попадаю по ним. Нафига он ногами это делает? Ой, какой прыжок. Наркоман. У него комбинация, он же все-таки паркур и все такое. Помнишь, какой-то пацан спустился? Нет, это мои жуки. Нет, тебя никто же... Да я не могу его ударить, он чист текстуре или как-то так. Не. Короче, жук не бьется. Бьется. Просто ты должен потренироваться его убивать. Да блин, а тут его уже... Ну собери хотя бы тех, сколько тебе жуков собрать надо всего? Три. А ты и ты один сожрал, я забыл. Ну я случайно сожрал его. Да блин, хватит двигаться. Есть, попал! С ноги! С вертушки! Прям как Чак Норрис. Так, забрать. А, я тут бегал, блин, по сундуки, а жуки тут были, оказывается. Ну ладно. Так, я более-менее уже в управлении осваиваюсь. Кстати, ночь начинается. Да, уже началось. Тут тебе пишут, что стражник в шоке, что ты делаешь. Что ты там избиваешь жуков. Так, тут закрытый сундук, очевидно. Ну, ты зря зашел, сейчас опять кто-то прибежит и скажет, вали отсюда. Да такой, эй, постой, тебе здесь делать нечего. Так, а грибы наружу, да? Ну, потом, иди поспи лучше. У Диего поспи, он тебе ничего не скажет. Бей его, нет, я просто зашел, да, я хочу просто погулять. Так его. А, это арена, тю, блин. Они на арене дерутся, я думал, это в меня уже влетают. Потом ты можешь с кем-то подраться и получить за это опыт. А, тут закрыт сундук, понятно. Да тут все закрыты сундуки. Ну, которые с каким-нибудь мусором. Там какой-то бойцовский клуб. Я пока туда не хочу. Так, я рано туда еще, конечно. Я хочу что-то украсть. Но вижу не у Диего, кстати, можно себе поворовать, и вам ничего не скажет. Тут все закрыто. Ну, а ты что думал? Да козлы, хоть кто-то... Ты живешь тут... в лагере, считай, где одни воры. Идите, как его, рабы. Ведро. Ну ладно. Так, я вижу, уже время подходит к концу этой серии, так что закончим. С этой серии сейчас продолжим, еще, наверное, парочку закатаем по 25, по 20 минут. Мне что-то как-то вкатило эта игра. Редко такое бывает. Но, в принципе, на этом пока что все с этой серии, скажем так. Для тех, кто смотрит это в записи. Загомеза! Загомеза! Она что-то кричит? Да. Ладно, заканчиваем. Главарь этого всего. Я понял, лагеря. Ага.